Всем крепкого здравия, хорошего настроения. Сегодня наконец-то мы едем открывать сезон. Поэтому устраивайтесь поудобнее, пристегивайте ремни и начинаем. Дорога тут, конечно, ребят, местами просто вообще улет. Еду и не знаю, доеду или нет. Но Лада Гранта потихонечку тащит. Настроение ползет вверх. Так что я думаю, что до реки мы все-таки доедем. А так тут во. Друзья, ну что, мы прибыли. Должен сказать то, что место я тут совсем не знаю. Поэтому сейчас как-то попробуем по навигатору сориентироваться, по-быстренькому соберемся. И отчалим. Продвигаемся мы потихонечку по реке, по небольшой тропинке, через небольшие кустики. Сейчас зайдем на воду. Я вам все подробно объясню, покажу, что у меня новое снаряжение появилось. На какие мормушки будем рыбачить, на какую оснастку и так далее. В общем, пришли мы на место уже конкретно, и отсюда будем начинать рыбалку. Значит, начать я хотел со снаряжения, иначе потом просто забуду. Значит, как вы могли заметить, приобрел я себе новые очки. Очки Норфин, как бы я бы не сказал, что они дешевые, но для своих глаз мне ничего не жалко. Почему? Потому что, смотрите, у меня здесь идет регулировка вот такая по углу. Да, то есть как бы не все очки подходят, иногда бывает надеваешь и стекла смотрят вот так вот вниз получается, а тут одел и можно их подрегулировать, понимаете, то есть и так они будут смотреть. Вот. Вообще очки шикарные, несмотря на то, что у них идет такое зеркальное покрытие, да, как бы сразу же вопроса, не будет ли там синяя какая-нибудь картинка или еще что-то в этом духе. Нет, не будет. Обычная простая картинка, просто более затемненная, чтобы, ну, от солнца, когда целый день на солнце стоишь, ну, просто потом начинают глаза болеть. Очки для меня это прям выручайка такая конкретная. Так что вот, взял такие очки и сразу же взял футлярчик. Вот такой вот. Еще одна шикарная штука, которую я себе приобрел, это вот такие вот забродные штаны. Забродные штаны из неопрена. То есть это идет 5-миллиметровый такой материал. Это вездеход. Значит, здесь идут карманчики. Вот этот карман прямо вот конкретно как будто бы создан под небольшую коробку с мормышками. И здесь есть еще один большой такой карман. Конкретно здоровый. Дальше на коленях идет усиление. Сапоги идут сразу же из Эва. И они идут уже, получается, с чулком. Дальше вот тут вот в паховой области тоже идет усиление. То есть, ну, порвать их вообще, ну, я не знаю, что надо делать, чтобы порвать штаны из неопрена толщиной 5 мм. И почему неопрен? Все просто. Потому что вода сейчас в реке холодная. Если где-то придется зайти в воду и стоять и ловить на точке, то мне будет совершенно по барабану, какой температуры вода. Потому что неопрен, он держит температуру. Из неопрена делают костюмы, значит, для подводного плавания. То есть вот такое вот приобретение. Прям я рад, очень долго искал, смотрел, какую штуку взять. Сначала уже думал, знаете, чулки неопреновые взять под ботинки вейдерсов, да, чтобы как бы ходить вот так вот. Но дело в том, что весной очень много грязи. И ботинки после этой грязи отмывать, это ну прям, ну это ужасное такое занятие. А тут сапоги один раз там в луже, грубо говоря, помыл, да, и все. Они идут, кстати, достаточно широкие, эти штаны. Вот. Да, то есть. И это своеобразный плюс. Почему плюс? Потому что когда идешь на дальние дистанции, то если потеешь, то как бы все это дело испаряется. Вот. Ну а если как бы такой сидячий образ, да, или там ветер там задувает конкретно, то надо пояс. Вот. Но с поясом никаких проблем нету, потому что пояс тут вообще в комплекте идет. Пояс, кстати, такой, ну, он. Во.
вот такой пояс на вот такой клипсе. То есть все толково, все продумано, как говорится, все для людей. Вообще нисколько не пожалел то, что приобрел. Класс. Так, ребят, значит, открывать сезон мы будем с боковым кивком, с мормышкой. Значит, почему именно такая снасть? Потому что она, на мой взгляд, является максимально эффективной в это время года. И по мормышкам. Я думаю, что ни для кого не секрет то, что весь зимний сезон я отрыбачил на чертики и гвоздики от Саши Зайцева. И, значит, сейчас у них выходит новая линейка гвоздей. Значит, создана она также Александром. Но гвозди эти уже не такие дорогие, да, как зимние такие гвоздики уловка. Они идут на порядок дешевле. Однако качество осталось таким же. Сейчас я вам покажу эти гвоздики, на которые мы сегодня, собственно, с вами и будем рыбачить. Вот так вот выглядят эти гвоздики. Вот такие, с латунным шариком, кошачий глаз, кубики, всевозможные, ядреный глаз и так далее. В общем, будем подбирать мормышки, будем смотреть. Ну, я считаю, что гвоздики очень хорошие. На них классные крючки, кстати, установлены. Не знаю, правда, что за фирма, но крючки вообще огонь. Так что вот, мы сегодня максимально заряжены. Цветовая гамма различных гвоздей у нас с собой есть. Так что будем ходить, будем смотреть. И если зацепимся и оторвем, то будет не так жалко, потому что это гвоздики не такие дорогие. Так, ну что, друзья, давайте потихонечку собирать снасть. Значит, много кто у меня спрашивал, что у меня за удилище. Какое удилище я применяю для ловли на кивок. Значит, подарил мне это удилище мой отец. Кайда Spark Steve 6.0. Вот тут еще такое название, Фартекса. Spark Steve 6 метров. Удилище жесткое, но не чересчур. То есть позволяет быстро подсекать, но не рвать губу рыбы. Удилище идет с кончиком тубулярным. То есть это не вклейка цельная, а идет тубулярная вершинка. Вот такая вот. Ну, сейчас давайте будем дальше собирать снасть. Вся оснастка у меня располагается вот на таком вот мотовильце. Такое простое мотовило. Надевается оно. На удильник. Вот таким образом. Вот так, и все, никуда оно уже отсюда не денется. Сразу же я ставлю колечки пропускные. Одно. Второе. Третье. И четвертое. Вот таким нехитрым образом все это одевается. Ну все, и на кончик одевается уже сторожок. Сторожок я сделал сам. Из бутылки Mountain Dew. Видео по изготовлению этого сторожка на канале есть. Так что заходите и смотрите. Вот такой вот кивок. Одевается он очень плотно. И очень редко, когда прокручивается. Вот так. Снасточка практически готова. Остается только продеть леску через колечки и привязать мормышку. Значит, решил начать я с лески пока что 0.14. Если будет плохой клев, тогда перецеплюсь, тогда перевяжусь на леску 0.12. Леску продеваем также через кивок. Затем снизу кивка продеваем лесочку вверх. И на кончике сверху кивка продеваем леску вниз. Ну что, снасточку мы подготовили. Давайте привяжем мормышечку. Мормышечку. Давайте привяжем латунный шарик. Потому что здесь достаточно сильная струя.
А это максимально тяжелая мормышка с латунным шариком. Ставить я ее буду на петлю, на обычную лесочку. Смачиваем. И вот так вот. Раз, два. И так вот затягиваем. Все. Излишки откусываем. Все, можно рыбалить. Вот такой вот красивый гвоздик. Так-то вообще шикарные гвозди. И относительно недорогие. Все, можно выступать. Начинать дубасить. Заметил сейчас одно место, да, где плещется рыба. Но тут река, она, наверное, глубокая, и в то место мне, скорее всего, не подойти. Но попытаться это сделать можно, потому что я же все-таки в заброденных штанах. Но сейчас что-нибудь попробуем сообразить. Вот. Рыбка-то вроде неплохая плескалась, так что сейчас попробуем. На этом месте, где я сейчас был, не смог я дотянуться до рыбы. Буквально не хватило мне каких-то 4-5 метров. Однако, если бы я был без забродных штанов, то я бы вообще сразу же прошел мимо этого места. Посмотрел, прошел по реке вниз, посмотрел. Дальше там болотина, поэтому сейчас выйду назад на дорогу, сделаю крюк и выйду туда вниз по реке. Смотрите, ребят, что нашел. О, шипит. Гадюка. Здорово. Ой, какая. Змеюка. Фу, пошло отсюда. Куш, бляха-муха. Ну что, ребят, вот и первая рыба попала. Это у нас ельчик. Мини-ельчик на гвоздик с латунным шариком. Беги, салага. Рыбы нету, решил я немножко переехать. Пока ходил, искал тут, уже употелся весь. Сейчас на следующем месте, если рыбы не будет, тогда просто это переедем на другую реку, да и все, делов-то.
гвозди шарик работает. Ну, вообще кайф. Вот это елец. Толстопузый какой. Класс. Елец какой хороший. Привет. Сейчас, ребят, попробую поменять мормушечку, может быть, на гвоздик какого-нибудь другого цвета. Будет лучше клевать. Сейчас посмотрим, проверим. Ну вот есть предложение поставить ядреный глаз вот такой. Вот он. Классная мормушка, много раз меня выручала. Сейчас посмотрим, проверим, как на нее будет клевать. Древний глаз тоже клюнул. Мельчик.
клевка была. Потом 6 их загнал. Ну что, друзья, я считаю, что открытие сезона полноценно состоялось. Рыбалка была достаточно интересная. Единственное, что мне не понравилось, это то, что вся ловля проходила в каком-то балагане. То есть стоило мне начать более-менее ловить, тут же подтянулись поджопники, сели, и, естественно, рыба с мелководья ушла. Ну, потом, как бы, в течение дня они уже свалили. Ну и почему-то рыба на мели тоже перестала клевать. Не знаю, с чем это связано. Значит, работали у меня сегодня гвоздик с латунным шариком, гвоздик с ядреным глазом, неоновый шарик такой. Дальше хорошо работал гвоздик с желтой бусиной арбуз.
И также несколько рыбок мне удалось поймать на гвоздик с кошачьим глазом, такой перламутровый цвет. Часть рыбы я взял, чтобы показать вам, ну, остальное я отпускал. Я надеюсь, что у меня получится на этом видео показать вам поклевки крупным планом. Ну а рыбка — вот то, что я сегодня поймал, наловил. Такие уже красивые ельцы в брачном наряде. Ну, рыбки не крупные, конечно, вот. Но я так понял, то, что рыба только-только начала идти. То есть он, ельец, стал чуть-чуть более-менее шершавый. Сорожка, я так понял, то, что еще совсем не пошла. Поэтому открытие сезона потихонечку продолжается. И надеюсь, что на следующей рыбалке у нас получится выбраться за плотвой. Также с боковым кивком. Но уже, скорее всего, на другой водоем. Потому что здесь народу просто тьма. И, к сожалению, не получается как-то полноценно все это дело снимать. Потому что начинают смотреть как на идиота, спрашивать дурацкие вопросы, ну и так далее. Но я думаю, вы меня понимаете. Ну что, давайте, наверное, рыбку зафоткаем и отпустим ее во свояси. Вот она, небольшая кучка рыбы. Давайте, караси. Кажи отсюда. Давайте. Вот сюда. Вот так вот. Вот и все. Ну все, ребят. Рыбалка удалась. Можно ехать домой. Всем жестких поклевок в шестик, крепкого здоровья, и увидимся с вами в следующих видео. Забыл совсем сказать, мужики, в общем, ссылку на штаны я вам оставлять не буду. Я лучше, знаете, как сделаю? Я лучше оставлю вам ссылку на то, где можно приобрести такие штаны по регионам. Вот это будет гораздо удобней. Очки я покупал вроде бы на, как же называется-то, fishingbait.ru. На очки тоже вам ссылку оставлю. Ну а гвоздики более-менее бюджетные появятся в интернет-магазине одного из самых крутых безмотыльщиков России, у Саши Зайцева, в интернет-магазине безнасадки.ру.